Привет, ребята, сейчас у нас уже вечер, как вы видите, у меня горит свет, уже все темно, я убираю. Я просто вот решила записать быстренько вам видео, рассказать и поделиться с вами информацией, что не все то плохо, что продается в Dollar Store, а точнее в Долларами. Это сеть, о которой я вам как-то еще в первых своих видео рассказывала, что там нужно знать, что покупать просто. Как бы есть разные товары, иногда это методом тыка вы познаете это, но... Иногда вам выгоднее в Walmart купить, чем в Долларами. Некоторые вещи будут дешевле стоить, но есть вещи, которые можно купить в Долларами. И в основном это касается кухонной утвари все. И могу вам сказать, что когда мы приехали, то мои основные покупки были сделаны именно в магазине Долларама. Значит, у меня уже достаточно поизносились за 3 года все вот эти вот силиконовые лопаточки, которыми мы готовим, в общем, там при выпечке и приготовке я пользуюсь. Вообще не знаю, как я без них раньше жила. В основном деревянные были раньше в моде, а вот это вот силикон зашел, да, несколько лет назад. В общем, короче, я решила, думаю, куплю-ка я через интернет. Все сегодня нынче покупаю через интернет, и я тоже куплю через интернет. Ну, то есть сам факт того, что интересно в интернете полазить, что-то заказать, и тебе посылочка придет, всегда приятно получить. Ну, в общем, одним словом, я сделала такой ресерчик, залезла, много не искала, я пошла сразу в Amazon, посмотрела, но самые дешевые я нашла 4 лопаточки за $10, плюс с пересылкой это получалось $20. Я сказала, окей, ребята, 4 лопаточки за $20, я лучше пойду в Доллараму, в которой я точно знаю, что какие лопаточки есть, потому что я уже там брала. И на что я хочу сказать вам, нужно обратить внимание. Конечно, качество силикона бывает разное, но вам нужно смотреть на некоторые, на основные параметры. И какие? Я вам покажу сейчас. Значит, ну давайте так, на черном будет лучше видно. Вот это вот одна лопаточка я купила. Вот она, видите, вот такой. Вот, на белом будет лучше видно. Вот такая лопаточка, видите, она такая вот полу... И очень удобно подбирать, переворачивать. Потому что есть такие еще с выступом посредине, я не очень люблю. Вот. Тоже вот эти красненькие, они в Dollar Store все время продаются. Значит, у меня, не смотрите на мои пальцы. Вот какая-то эта фирма. В общем, вот вам доказательство, что это стоит. 2,50. Ну, в общем, с налогами, а это стоит доллар. Вот это я купила вторая, она стоит доллар. Точно такие же у меня была синенькая такая. И такая красная еще у меня есть такого плана, но она вот сейчас в грязном. Я могу вам даже продеть. Вот видите, у меня немножечко другая. Видите, она посерединочке выступает. Выступ такой есть. Она не очень удобная, но она удобная при мешании. Перемешивать что-то и так дальше. Допустим, блинчики неудобно переворачивать. Ну вот, так что я вам хочу сказать. У меня просто вечер, я как раз вот все мое убираю и решила вот вам показать. Что вам на основное нужно смотреть? Как я и сказала, да, силикон бывает разный, более качественный, менее качественный. Естественно, в Dollar Store у вас не будет самый качественный силикон, но он будет достаточно хороший в применении. В любом случае, вам лопаточки не будут служить в течение 10 лет или пожизненно. Вы все равно меняете их через какое-то время. И они служат ничем не меньше, чем лопаточки, которые стоят 5, 10, $15. Допустим, я очень люблю фирму KitchenAid. В KitchenAid такая лопаточка с такими же подробностями, которые я сейчас вам здесь покажу и расскажу, стоит $10-15. Ну, то есть там за 8, конечно, ну, такая более-менее с красивой ручкой всем. Да, там есть фирма, там есть красивый дизайн непосредственно этой вещички, но как бы берут в основном за это. Значит, на что вы должны обращать внимание? Значит, смотря, конечно, для каких целей вы берете. Мне нужно было для того, чтобы именно с горячим, да, во время, там, я не знаю, жарки, парки, варки, ковыряться, мешать и так дальше. Значит, на что я смотрю? Ну, вот видите, спун, спатула, так это называется. Настраивайся. Вот видите, heat resistant. Так, сейчас он настроится. Вот видите, heat resistant до... 428 Фаренгейт или 220 градусов. Это мне было важно, потому что мне нужно для горячего. И dishwasher safe, потому что я их в основном очень много уже мою, конечно же, в посудомойке. Поэтому мне, да, важно, чтобы вещь не расплавилась, да, когда она будет в посудомойке. Вот, пожалуйста, 2,50. И вот это я ее уже просто открыла и решила вот вам сказать. Даже на картинке вот яичница здесь, да, и маффины, и... Просто перемешивать, да, вот написано тоже силикон, спатула и основной вот heat resistant, сейчас я вам открою,
что вот оно. Настраивайся. Heat resistant, 220 градусов и dishwasher safe. Так что, как я и говорю, очень нужно знать, что брать и где брать. Долларама – это не самый плохой магазин. Я сейчас, конечно, его не рекламирую, но просто знайте, что можно недорого купить тоже абсолютно неплохие вещи, которые будут вам служить 2-3 года абсолютно нормально. Так что все, пока-пока, спокойной ночи, пошла все мыть, убирать.